холле Брестского государственного университета имени Пушкина волонтеры Красного Креста провели экспресс-викторину на знание информации по вопросам туберкулеза, а также раздали присутствующим печатные материалы. Несмотря на то, что заболевание излечимо, оно ежегодно уносит примерно 1,5 миллиона человеческих жизней. Сегодня решение проблемы зависит от совместных усилий врачей и общества. Каждый год 24 марта мы проводим эту акцию для того, чтобы наши студенты знали, как правильно организовывать свое время, как правильно проводить профилактику, чтобы не заболеть туберкулезом. Наша акция включает в себя несколько площадок, где мы рассказываем о профилактике туберкулеза, о том, что такое туберкулез. Ну и так как акция проходит совместно с городской организацией Белорусского общества Красного Креста, мы рассказываем о деятельности Красного Креста. В этот день в Бресте по улице Советской стоял передвижной рентгенаппарат противотуберкулезного диспансера «Пульма-экспресс», где все желающие могли пройти бесплатное флюорографическое обследование. Люди реагируют положительно, когда видят нашу машину, когда видят выездной рентгенофлюорографическую установку, потому что не нужно идти специально в поликлинику, не нужно стоять в очереди, они проходят здесь, на свежем воздухе, и сразу непосредственно проходят ко мне. Возле информационного пункта в рамках акции дежурили волонтеры. Людям предлагали пройти викторину по теме. Кроме того, волонтеры раздавали листовки и буклеты, которые позволят еще более глубоко вникнуть в проблему. Наша цель – информировать население и привлечь внимание широкой общественности к проблеме туберкулеза. Кроме того, еще один раз напомнить о мерах предосторожности заражения туберкулезом, о путях передачи, о мерах профилактики туберкулеза. Кроме того, мы еще организовали сбор пожертвований для оказания помощи особо нуждающимся больным туберкулезом. Туберкулез в настоящее время остается очень важной проблемой как социальной, так и медико-биологической. Наметилась и сохраняется положительная тенденция снижения распространенности туберкулеза среди населения Брестской области. Мы этого достигли благодаря, в том числе, внедрению в практику новых противотуберкулезных лекарственных средств. Все противотуберкулезные лекарственные средства представляются нашим пациентам на бесплатной основе. Общество осознает серьезность проблемы и готово делать всевозможные шаги для профилактики и пресечения распространения опасной болезни.